Сегодня открытая сексуальность вне инструментария авангардных дизайнеров. Именно поэтому юбки и платья до пола вот в чем так хороши непростые модельеры. Тем более, что такая длина сегодня как раз в тренде. Ее можно найти в коллекциях практически любого дизайнера, даже не самого концептуального. Макси уверенно возвращается. Недавно зашла в магазин, у меня там висит такая классная юбка длинная. Я еще подумала, ну вот, она висит у меня уже там 2 года, наверное. Уценилась уже до нельзя. Думаю, ну почему же? Ну вот, вот, дождалась, наверное, своего времени, своего тренда, надо брать. Длина Макси хороша тем, что может скрыть многие недостатки фигуры. Тем более ее можно носить как с высоким каблуком, так и с низким. В обоих случаях она будет прекрасно смотреться. Просто с каблуком длинная всегда выглядит наряднее. А если вам так уж хочется показать свои шикарные ноги, достаточно надеть либо юбку с разрезом, либо юбку из прозрачного материала. Макси, да, макси сложная тема, безусловно. А носить ее тоже трудно и непривычно, учитывая, что люди вообще разучились носить юбки длинные. Вот, потому что мини – это уже подразумевается юбка. Вот, поэтому не знаю, как она приживется. Я думаю, только в вечерней моде или в коктейльной. Ну, в моде на выход, скажем так. Главное не бояться изменять собственным привычкам. Только таким образом можно нащупать собственный стиль.